Так, ободок я буду вязать из травки в две нити, поэтому у меня здесь два моточка. И основное здесь условие — это вязание с изнаночной стороны. То есть вот сейчас я делаю себе нить в две нити, чтобы попушистее было. Затягиваем нить и начинаем вязать обычными столбиками без накида, только уже травкой. Так, вот здесь подтянем. И вся вот эта вот пряжа, которая пушистая, она будет с лицевой. Здесь нужно только обвязать. Можно один раз обвязать, можно два. То есть просто обычные столбики без накида, столбик в столбик. Ну и так далее. Хвостики, которые остаются вот здесь в начале вязания, их можно ввязать, когда вы будете заканчивать первый ряд. Я хочу два ряда связать. То есть вот их таким способом можно ввязать вовнутрь. Белые можно не ввязывать, потому что здесь можно их просто обрезать, и будет как такая же поверхность, как на самом колпаке. А красненькие можно завязать. Вот я подошла к началу вязания. То есть здесь мы просто провязываем вот эту начальную петельку уже из травки. И продолжаем вязать. Я свяжу два ряда. Так, и с лицевой стороны она вот выглядит более такая пушистая. Потом можно будет еще причесать ее. Так, ну вот я довязала. Сейчас вот здесь завяжу эти хвостики. Начальный и конечный хвостик. И можно будет обрезать. Вот получается такой колпачок. Ну и соответственно вот здесь мы привязываем, делаем помпошек маленький и привязываем его или пришиваем.